Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов Плей, продолжаем Рафт, продолжаем, поехали. Короче говоря, в прошлой серии мы сходили на остров, походили там по каким-то крышам, по каким-то вагончикам, нашли какую-то хрень, еще нужна еще такая хрень, целых две части, одну часть мне написали где, другую тоже написали где, но я не понял. Короче, ладно. Дело не в этом. Я начал читать какие-то опять советы, а там все пошло, короче, чуть ли не обучение, чуть ли не спойлеры. Я их не стал читать, потому что мне это не надо. Не надо мне писать то, чего я не видел. Зачем мне это делаете? Короче, я такие не читаю, у меня автоматика. Знаешь, у меня автоматика какая-то настроена. Я сразу вижу какой-то спойлер, сразу отключается мозг, вообще ничего не понимает, ничего не помнит. Вот. В прошлый раз мы закончили на том, что мы пришли и должны были лечь спать. Давайте, собственно, этим сейчас и займем. Сейчас просто быстренько выложу все, что у меня здесь накопилось, что мне, по идее, не надо бна, как бы, в принципе-то. Вот, и продолжим. Так, сейчас, секунду, давайте сообразим. Давайте сообразим, что у меня есть лишнего, чего мне не нужно. Во-первых, камни — это раз. Во-вторых, болты — два. Стекло — три. Картошка жареная есть. Медь. Медь мы положим, пусть плавится. У нас должно быть место где-то под медь. Так, медь есть. В нолик. Раз, положить медь. Поехали, положить доска. Здесь что? Медный слиток. Убираем вот сюда сразу, чтобы не путаться. Так, а где он? Ага, медный слиток. Хорошо. Не влазит. Серьезно, ты издеваешься? Не влазит. Что ты делаешь? Почему ты не влазишь? Так, ладно, переведу отсюда инструмент тогда в другое место пока что. Беру слиток сюда. Бляха, я не знаю, меня очень сильно уже надоел этот менеджмент инвентаря. Он просто меня уже выбивает из сил. Он просто затрал уже с этим инвентарем. Он, блядь, кончается. Кстати, полезного я прочитал кое-чего. Кое-чего написали, что можно из грязи построить себе... В смысле? Не понял. А где вода? Можно из грязи построить себе, соответственно, этот, как он, загон. И с помощью этого загона разводить здесь животных, курей, собак, лам, овец, коров, котят и все что угодно. А потом, собственно, собирать с них... Ну, это не дань, говорю, какой, блядь, дань. Собирать с них их эти... Шкуру, перья, яйца, все вот... А, подожди, а это что за херня лежит? Шкуру, яйца, перья, все вот это вот с них можно собирать, это прекрасно. Это прекрасно, этим мы, соответственно, займемся. Так, похлебки это я на завтра оставлю, чтобы можно было пожрать. Все, ложимся спать. Ложимся спать, и сегодня у нас четко намеченный с тобой план. Мы идем сейчас на... Вот если смотреть сейчас на остров, мы идем налево. Это с островой, вот так вот налево, а там входим, и так всякую херню себе собираем. Вот, так, жрать. Нужно жрать. Съем картошку раз, съем похлебку два. Хорошо, наполнили практически себе все. Так, по воде чего? Вода, давай быстренько остужайся, обэтывайся, обсоляневайся, и мы с тобой пойдем. Так, а что такое? А, это объедки. Объедки мне не нужны. Так, а что такое? Еще один медный слиток. Хорошо, медный слиток сразу уберу вот сюда, чтобы он мне не мешался. Раз, два, три, четыре, пять. Слиток я пошел убрать. Так, вода, поехали, вода. Раз, два, три, четыре, пять с собой я взял. Красавчик, молодец. Так, дальше, значит, мы идем вперед. Спокойно идем вперед, у нас есть инвентарь, нам не хватает шерсти. У нас, кстати говоря, есть возможность построить что-то, но для этого нужна... А, нет, не что-то, а этот... Вот этот вот. Ловушка для животных, вот. У нас есть возможность ее построить. Не ловушку, бляха, патрон для сеткомета. Есть возможность построить, но нет у нас с тобой взрывающегося порошка. Но совсем недавно, когда мы шли куда-то в эту сторону, так вот туда мы сейчас не пойдем, там мы были, нам вот туда нужно. Здесь проплывала рыба-взрыв. Проплывала рыба-взрыв, я ее видел. То есть, в принципе, если мы сейчас на нее охотимся, то все... А у него вот... Нет, ласты почти сломались. Хотел спросить, не сломались или нет, а почти что. Так, где-то здесь плыла. Вроде как сказали, что можно под водой из лука стрелять. Если да, то это... Окей, интересный поворот событий. А можно отменить выстрел уже? Нет? Ну, хорошо. Ну, нельзя так нельзя, ладно. Нельзя так нельзя, не страшно. Где-то здесь плавал рыба-взрыв. И если я ее сейчас с собой возьму... То, во-первых, мне она нужна будет сейчас не для ситкомета, это раз, а сразу для здесь сюжетного, я так понимаю, местечко. Это там, где нужно фейерверк... Что так холодно? Фейерверковую ракету запустить, про которую мы читали. И там будет еще одна часть нашего необходимого хероборинка, которая будет катать нас по этим, по веревкам. Окей, поехали. Вроде все вам рассказал, вроде все пересказал, вроде ввел все во все курсы дела. Вообще куда угодно ввел, по-моему. Все теперь должно быть всем известно. Так, музыка играет, слышу. Но это ненадолго, потому что еще чуть-чуть она закончится, конечно, 100%. Так бывает всегда, музыка просто сама по себе начинает кончаться. Так, все плохо. Все плохо, опять начинаются... У меня сегодня так сохнут глаза, прям, если еще... Я прям не могу уже. Давненько они так не сохли, а сегодня прям что-то вообще... Вот сижу, капаю. Сижу, моргаю, интересно, весело, забавно, пиздец. Вот.
Это если что. А что-то музыка-то новая. Слышь? Такой музыки не было, по-моему. Не было такой музыки, я не... Так, подожди, а что за место-то? А, так это место, где я был, что ли? Да, подожди, как же так получилось тогда? Я спрыгнул куда-то, поплыл в оплыв и вернулся сюда. Это мы были в прошлой серии здесь. Ну да, мы здесь были в прошлой серии. Как я, блядь, так проплыл-то, непонятно. По ходу дела в натуре весь остров вокруг оплыл. Где-то здесь была рыба-взрыв. Где-то была здесь, где-то можно ее, наверное, поискать, найти. Давайте чуть-чуть здесь пошатаемся. Вокруг острова поплаваем, может, где-нибудь увидим эту злую рожу желтую. Злая желтая рожа, взрывающаяся, нам нужно с нее порошок. Нам нужно что-то изготовить для того, чтобы это все полетело. Так, кислород, спокойно, аккуратно. Я не помню, но где-то здесь. Она вроде не особо глубоко водится. Вроде не особо далеко. Лишь бы не акула, и уже хорошо. А может, чуть поглубже, я не помню. Так, у нас есть кислородный баллон. А, ты, блядь, я думал, это мой плод такой. У нас существует в игре кислородный баллон, если что. Он, по-моему, у меня даже где-то есть. Но мне он сейчас не нужен, потому что я не буду сейчас очень низко здесь заплывать. Я бы, если честно, очень был бы рад его увидеть. Может, как-то на восходе или на закате водится. Или еще где, или еще чего. Надо было в прошлый раз ее жухнуть, когда она здесь появилась, сука. Теперь полтора часа ее будешь искать. Так, акула, окей, уходим. Уходим! Быстро, срочно, она здесь. Она здесь, она чувствует меня, она меня нюхает, сука. Так, отлично, ладно. Тогда давайте определимся вот с чем. Там где-то дальше было что-то, на что я мог залезть. По-моему, это вон то место. А может и нет. Бляха, я реально запутался. Я реально запутался. То есть мы где-то были, где-то не были. Ну вот здесь мы точно были. Может быть там... Где-то же был какой-то проплыв, на котором я заметил какую-то бочку. Может быть, он как раз-таки дальше. А, все, вспомнил, подожди, вспомнил. Третья часть этой херни, которая нам нужна, она находится под водой. Скорее всего, там, под водой, где мы находили шланг, когда там кого-то вытаскивали. Пацана, который... Рыба-взрыв, спокойно, аккуратно, тихо, как она называется. Иди сюда. А-то, бля! Серьезно? Серьезно, бляха-муха! Да серьезно, что ли? Ты чё, да вы чё с рыбами-то, блядь, здесь происходит? Так, все окей, она взорвалась. Ну, хорошо, хоть стрелы не пропадают, это уже хорошо. А то реально столько стрел хуячишь. Так, подбирать. Взрывчатый клей, хорошо. Подожди, это взрывчатый клей, а взрывчатый порошок как делается? Может быть, его нужно высушить? Чё-то я этого не помню. Взрывчатый порошок. Ладно, посмотрим в этом. Посмотрим в рецептах сейчас чуть-чуть. Она здесь одна была? Серьезно? Блин, ну мне бы на сетку еще одного было бы не... Вот сюда вот нам нужно, вот сюда. На сетку мне еще один бы взрывчатый клей не помешал. Сейчас посмотрим в этом, в производственном, так сказать, ресурсе, как это делается. Сейчас на берег вылезу. Так, и это крафт. Взрывчатый порошок. Ну, скорее всего, возможно, он делается... Или мне его рецепт нужно выучить... Я сейчас посмотрю быстренько, мне сейчас все равно не нужно, но просто чтобы знать. Так, сеткомет. Взрывчатый порошок, то есть он ничего не крафтится. То есть у меня есть взрывчатый... Ты куда полетел-то, алло? Кто? Чего? Блядь, что я выкинул сейчас? Веревку? Фу, блядь, веревку. Ладно, скорее всего, может быть, его нужно высушить или положить... А куда веревка-то улетела? Я не понимаю, почему здесь иногда просто выбрасываются предметы сами по себе. Я ничего не нажимал специфического, чтобы он у меня вылетел, он взял и вылетел нахуй. Так, ладно, главное, что это не клей. Главное, что это не он. Так вот, я это к чему? Я к тому, что нам нужно разобраться, как делается взрывчатый порошок. Алло, бляха. Нужно разобраться, как он делается. Ну, мне почему-то кажется, что его нужно высушить просто этот клей. То есть клей берешь, сушишь, получается порошок. Наверное, как-то так. Наверное, как-то так. Так, спокойно. И раз, хорошо, и два, и хорошо, и три. Прекрасно. Так, мы здесь, и вон там, скорее всего, что-то лежит. Там лежит, в принципе, какой-то ящик, а я думал, что это... А, не, подожди, тогда я неправильно думаю. Если мы обе части сейчас знаем, где они находятся, одна под водой, другая там на взрывчатой ракете, которую нужно запустить, то получается, это не то, что мне нужно. Возможно, это такой же секретный ящик, как мы видели там где-то. Так, поднять ящик. Да, свекла, картошка. Спокойно, аккуратно, тихо. Рыба, тихо. Аккуратно, раз. Но это убивается 4 патронов, да?
Бля, не попал, хорошо. Твою мать. 2, хорошо. 3, хорошо. 4, хорошо. Так, ладно, 4 патрона. 4 патрона, и она готова. Один куда-то у меня патрон улетел, судя по всему. Так, ладно, съем картошку. Еще одну съем, чтобы не мешалось. А, тихо-тихо-тихо, подожди. Сначала, наверное, я соберу стрелы. Мне кажется, они пропадут. Ну хорошо, у меня получается уже сколько? 3 взрывчатки? А почему 3-то? Отлично, окей. Это то место, где нужно подобрать еще одну. Хорошо, я понял. Там еще одна взрывчатая рыба. Я не знаю, доплыву ли я сюда без скафандра, без своего. Но я попробую. Так, иди сюда. Ага. 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 Ты куда? Что, блядь, такое? Шо, да серьезно, что ли? Что за рыба полет, блядь? Так, окей. С первой рыбы дали 2 взрывчатых клея, а здесь почему-то только один. Давайте вот как сделаем. Я сейчас сохранюсь. Вот здесь вот, на суше. Сделаем вот так вот быстренько и попробуем доплыть вниз. Если там нужно просто подобрать одну часть, то мы с этим успешно справимся. Если нет, то пизда. У меня, кстати, закончились, скорее всего, ласты. А это уже печально. Так, это что такое? Так, а, здесь много взрывчатых, хорошо. Здесь очень много... Подожди, там еще ниже нужно? Судя по этому шлангу, да. Ладно, придется тогда идти за этим, как он. Это воздух? О. Да, это воздух. Хорошо, что по ластам? Что у меня по ластам? Как открыть инвентарь? Тап? Да. Ласты закончились, это плохо. Ну, в принципе, давайте спустимся. Бляха, здесь прям много взрывчатых рыб плавает. Прям очень много. Насколько глубоко это идет? Очень глубоко. Без ласт я уже не всплыву и не дойду до сюда. Хорошо, ладно, уходим назад. Уходим назад, сразу будем думать наперед, что нам здесь ничего не светит, если мы не возьмем с собой ласты и не возьмем с собой кислород. Это реально просто не успею. Ну, сейчас сдохну, судя по всему. Подожди, давай, может, пожалуйста, побыстрее. Может, пожалуйста, побыстрее. Бля, сейчас бы ребризер, сейчас бы сабнавтику какую-нибудь. В сабнавтике гораздо проще, это я постояла. В сабнавтике можно было гораздо дольше плавать. Так, ладно. Хорошо, давайте я сделаю еще одну себе рыбу. Иди сюда. Бля, не попал. Ну ладно. Ну она не взрывается уже хорошо, ладно. Так, у меня 5 взрывчатых клеев, и там внизу еще один. Нам сюда еще нужна лопата. Это тоже нужно помнить. Ой-о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 й
Все нормально. Все, я всплыл. То есть, получается, смотри-ка, там мы все облутали, по-моему, сейчас, да? Не, подожди, туда не залазил. Давайте залезем еще раз, посмотрим, что там есть до конца. То есть, мы здесь собрали себе взрывчатые порошки. Мы сейчас пойдем, получается, попробуем его выложить. Он, возможно, высохнет где-нибудь. Бляха, реально, я не знаю, у меня нет рецепта взрывчатого порошка. Хотя, может быть, и есть в книжке. Кстати говоря, в книжке обучалки, которая там рецепты записывает. Может быть, там посмотреть? Я прям реально, я не помню, что у меня был хоть раз какой-нибудь взрывчатый порошок. Так, сюда пойдем, посмотрим до конца. Что мы тут еще не взяли, что мы тут не подобрали? Я же, получается, прыгнул с этого, как его, с уступа, когда взяли ящик, а дальше здесь ничего не смотрел. Ну ладно. Так, а что-то где лестница нет? Какая-нибудь? Наверх залезть? Да все серьезно? Ты серьезно? Где-то была лестница только что, я же видел. А, вот на втором этаже. Так, ладно, если я не залезу. Или залезу. Залез, смотри-ка, нихуя себе. Ну, вот это нормально. Только что здесь делать? А, подожди. Ну, тут прям, смотри, тут прям какая-то дыра, какое-то углубление, и здесь очень много взрывчатой рыбы. Это прекрасно. Это прям замечательно. Нахуй сюда залез? Просто посмотреть на себя с высоты. Ну, почему нет? Почему нет? Окей, почему нет? Только дождик, и все плохо. То есть нам сейчас нужно вернуться на плот. Нам сейчас нужно сделать себе эти, как их называют. Давайте еще одну рыбу, наверное, захерарим. Нам сейчас нужно сделать ласты. И нам нужно собрать вторую часть отсюда. Только, пожалуйста, не взлетай. Нахуй тебя. Она типа хотела бы взорваться, но почему-то взрывается, ей это не удается. Ладно, у меня получается 6... У меня 5 голов этой рыбы, серьезно. Нахуй мне столько этих голов. Так, голова и глобрюха. Такую мы, по-моему, смотрели. Где-то голову мы видели, поэтому фоткать я ее не буду. Такой уже был. Ее просто выкину и все. Дальше. Дальше. Нам бы необходимо сейчас бы попить. Это прям очень срочно.
Нам вообще нужно сделать как-то так, чтобы вода была заполнена. Нам, возможно, вторую бутылку нужно будет сделать. Бляха, так, взрывчатый клей. То есть я подозреваю, что его серьезно нужно положить на солнце или на какую-то поверхность, на которой этот клей высохнет, превратится в порошок. Мне кажется, все что угодно, если положить, в конце концов, высушится, превратится в какую-нибудь труху или что-то типа того. Правда, не под дождем, но да хуй с ним. Дождь сейчас закончится. Может быть, все-таки там, где медь, вообще не исключено. Расплавится клей, ну, не знаю, расплавленный клей вряд ли похож на порошок. Ну, попробуем. Так, портовый офис. Сюда даже корабли приходили. То есть это какая-то, знаешь, такая сухопутная, прям жесткая одна из немногих мест, которая осталась. Одно из немногих. Мы про это, в принципе, читали в записках чьих-то, что к ним сюда кто-то вроде как приплывал. Так, ладненько. Положить взрывчик... Да, окей, можно. Окей, вот сука какая-то. Посмотри, мразь, блядь. Я не успею. Пошла нахуй. Так, успел, смотри-ка. Успел. Это хорошо. Где моя киянка? Где моя киянка? Где-то здесь была. Отлично. Так, доски у меня есть. Нам нужно сделать вот так вот. И вот так вот. Вот, хорошо. Вот так вот и вот так вот. Дальше я ее обратно убираю. Она не нужна. Она будет занимать у меня инвентарь и место. Так, а здесь что-то работает? Вообще что-то происходит? Доски горят, все хорошо. Ладно, давайте разбираться. Давайте разбираться с тем, что есть, и с тем, что осталось. Так, доски мимо, хлам мимо. Свеклу съедим потом. Камни в соседний ящик. Стрелы нам нужны в любом случае. Нам сейчас нужно сделать себе ласты и кислородный баллон. Кислородный баллон должен где-то быть. Да, отлично, вот кислородный баллон. Но его мало, ну да ладно, хватит. Его мало, но возьмем с собой. Кислородный баллон и ласты. Ласты, ласты, ласты. Где у нас ласты? Ласты делаются из пластика, водорослей, сока, лианы и веревок. Хорошо, пластик... Ну это все без проблем, у нас все есть. Пластик, водоросли, сок лианы и веревка. Веревка тоже здесь есть. Окей, хорошо, изготовить. Без проблем. Ласты с собой тоже берем. Пока что я их не использую. Пока что их не трогаю. Так, что у меня? Блять, опять все повылазил назад. Пластик убрал, водоросли убрал. Сок лианы это не сюда. Сок лианы это не сюда. Сок лианы это вот сюда. Так, здесь у меня что? Да, взрывчатый порошок, отлично. Взрывчатый порошок, отлично. Это еще не догорело. Почему? 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 Так, доски раз. Это сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, взрывчатый порошок. Давайте сразу здесь доплавим. Раз и два. Не знаю, как это работает, но как-то оно получилось. Дальше. Патроны. Давайте сделаем себе один патрон для пескомета этого, для ситкомета. Камень и веревка. Но это вообще без проблем. Я сделаю один патрон, я думаю, мне пригодится. Так, камень здесь и веревка вот здесь. Окей, изготовить патрон. То есть у меня сейчас есть один патрон. Это хорошо, это очень хорошо. Давайте изготовим два. Почему бы нет? Секунду. Давайте изготовим два, потому что я могу. Два. Окей, да. Вот теперь два хорошо. Теперь два прекрасно. Я думаю, что если даже я один просру, второго мне обязательно хватит. Кроме того, здесь у меня наплавился еще один порошок. Да. И я еще один положу сюда. Прекрасно. У меня, получается, было 6 порошков. Сейчас останется 4, потому что два из них я использовал на патроны, а этот мы возьмем с собой. Значит, свеклу. Свеклу давайте сожрем. Я вообще предлагаю, в принципе, может ее выкидывать, всю такую вот еду, которая нам нахер не сдалась, на самом деле. Кроме похлебок вот этих готовых едов. Так, доска положить. Здесь горит. Здесь горит, все прекрасно. Так, хорошо, все нормально. Давайте тогда сделаем вот как. Я сейчас тогда попью. Попью до упора, до конца. Вылью, наполню. Поставлю опресняться и лягу спать. Все, все хорошо. У нас есть взрывчатый порошок. Я не буду пока брать с собой сетку, потому что мне пока нечего построить и некуда положить. Если я поймаю животное, что оно мне будет мучиться постоянно, пока я, блядь, не додумаюсь его куда-нибудь выпустить. Поэтому это. Поэтому пока подождем. Так, взрывчатый порошок. Я возьму с собой... Подожди, а там... давайте посмотрим по запискам. Так, спринт попытка... Закрой пришлось к земле. Водоросли. Так, что нужно уходить. Со свиньями. Пишем, реформация. Так, это не то. Водяной насос. Так, это когда вниз утащили. А где же получается? Подожди, где же записка с этим? Как его? С взрывом и фейерверком. Где-то же здесь было. А, вот, пришел извиняться за взрыв, окей. Или, подожди, здесь ничего не написано, там, по-моему, нужно просто принести взрывной порошок, если я ничего не путаю, да? Давайте так и сделаем, давайте так и сделаем. Так, значит, это сюда, вода у меня с собой есть, доску я уберу, взрывчатый порошок оставлю тут. Патроны пока что тоже уберу вот сюда, вот.
Пусть лежат здесь. Давайте сделаем вот, как я возьму. Где пушка? Пушка где? Пушка где-то здесь лежала. Да, вот она, да. Вот она. Я их положу рядом, чтобы потом их не искать. Вот так вот. Так, пушка и, собственно, патроны к ней. Так, это что такое? Это рыба. Рыба, что у меня здесь делает, не ясно. Давайте ее возьму, давайте ее съем. Вот это вот съем. Похлебку пока оставлю здесь, а это нам по дороге как раз придется нормально съесть. Полноценный обед, серьезно? Давайте тогда вот сделаем вот так вот. Я не думаю, что мы сейчас с голоду помрем. Или попробуем. Подожди, давай попробуем с голоду помереть. Секунду. Так, ну этим я восстановился неплохо. А этим? Этим еще. Хорошо, все-таки давайте возьмем с собой вот эту вот голову. Посмотрим, что она из себя представляет. Все, вроде как подготовились. Я взял с собой порошок. Больше мне с собой ничего не надо. Налобный... А, подожди, ластый... Окей. Ластый кислородный баллон. Все прекрасно. В принципе, я думаю, что этого кислородного баллона хватит. Поэтому давайте сначала сейчас добежим, доплывем, доскачем. Доберемся, в общем-то, до низа. А потом уже, наверное, пойдем туда наверх. Потому что наверх реально долго идти. Мне вообще не нравится, как здесь устроена эта ходилка. Как раз, когда мы будем наверху, получается, мы используем взрывной порошок. Мы возьмем последнюю деталь этого еблоеда какого-то непонятного, в котором будем кататься. И сразу же его там построим. И тогда мы уже сможем спокойно перемещаться по всему острову. Вот и будет классно. Будет классно, будет хорошо, потому что та превьюшка, которую я тебе рассказывал в прошлой серии, помнишь, я рассказывал? Это там, где в Стиме она ездит по городам на вот это вот Хероборе. Соответственно, можно эту превьюшку, наверное, будет повторить прямо здесь. Почему бы, собственно, нет? Почему бы и нет? Я прям за, я прям согласен. Я прям поддерживаю, почему бы и да. Вот, и, возможно, как-то в виде третьего... Как там? Ой, это интерфейс, блин, не хочу. Вид от третьего лица, мы попробуем это дело все увидеть. Так же, как это видят разработчики на своих картинках, мы попробуем это дело увидеть в виде от третьего лица, когда на этих... кататься начнем на этих веревках. Так, ладно, смотри-ка. Я доплываю с... Ети, твою мать, серьезно? Столько стой, нахуй. Не, мне кажется, это дело очень полезное, потому что их не так-то трудно, не так-то легко найти, этих рыб. А взрывной порошок и сеткомет — дело полезное. Да, я блядь, что-то взрывной порошок и... Стой! Сука. Взрывной порошок и сеткомет — дело полезное. Они, так сказать, лишними никогда не будут. И чем больше у нас будет взрывного клея, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Нам нужно много патронов. Хотя, вроде как, эти рыбы начали встречаться практически во всех островах. Рядом со всеми островами, вот с этими большими, в которых мы плаваем. Около маленьких не знаю. Около маленьких я не помню, чтобы я их видел. Ну, возможно, видел. Мне кажется, что здесь все-таки как-то рассчитывали разработчики на то, что мы можем без скафандра до сюда доплыть. Хотя это глупо. Столько времени до этой главы добираться и не понять, что можно сделать скафандр, это немножко странно. Хорошо. Даже анимацию не нужно дожидаться, оно само все собирается. Так, значит, я сюда. У меня лук сейчас сломается, и это не очень хорошо, но, в принципе, похуям. Так, поплыли раз, поплыли два. Поплыли хорошо, и теперь сохраниться сделаем раз. И теперь мы чисто вниз по этому шлангу идем. Просто напрямик по этому шлангу. Так, убери, пожалуйста, этот клей из руки, не надо это делать. Блять, серьезно, что ли? Спокойно. Вот так. Аккуратненько, не обращаем внимания на рыбу, не обращаем внимания ни на что, просто плывем. Кислорода пока хватает, пока все хорошо. А, блядь, еще один бункер кислорода. Тогда бы я доплыл, окей. Тогда бы я доплыл, хорошо. Спокойно. Давайте вот как сделаем. Или, подожди, или не сделаем так. Я просто думаю, может быть, поэкономить баллон. Да что ты застрял-то? Просто типа его не тревожить, и все будет нормально. Ебать, как он далеко отправился, ты че? Там же какой-то ребенок был, хули так далеко-то? Ебануться. Ну, не знаю, я не уверен, что я бы успел, наверное, доплыть без кислородного баллона. Опа. Так, хорошо, что это такое? Ключ от лазарета, деталь для зиплайна, металлоискатель. Серьезно? Помогает искать драгоценный металл, не забудьте лопату. Так, а нахера мне это нужно-то, в смысле? Я, блядь, и так же могу прокачать, нет? Прокопать, точнее, это же ямки видно, где ничего. Так, тебя можно убрать? Секунду, тебя уберу. А, что я там взял? Я взял ключ от лазарета. Лазарет — это получается там, где мы видели зеленый крест, но туда можно только с помощью зиплайна доехать. Хорошо, хорошо. Поехали сейчас сразу тогда. Тупо наверх, наверное. Мы сейчас сразу пойдем использовать... Так, это я выкину, спокойно. Это мне опять не надо. Я спокойно... Не кидайте, пожалуйста, меня.
спокойно сейчас. Так, тут металлы. Но металл нам пока не нужны. Здесь, в принципе, около этого острова много можно чего насобирать. Но этим пока мы заниматься не будем. Вот здесь ведь что-то полезное было, если я ничего не путаю. А, это водоросли. Блять, а водоросли, по-моему, дело такое себе. О них не так часто можно найти. Как бы вроде океан какой-то, как бы вроде все вот это вот. А найти так просто нельзя. Так, спокойно. Подышу чуть-чуть. А то мало не залезу. Подожди, а я гораздо быстрее... Гораздо, смотри. Ладно, тогда буду с ними. Баллон уберу, да хотя хуй с ним. Ладно, хер с ним, с этим баллоном. Так, нам нужно куда-то сюда. Нам нужно вот сюда, вот вон там, вон мы сверху найдем себе последнюю часть этого всего. Как-то, знаешь, так спонтанно получилось. Получается, вообще мы сюда не хотели идти, а потом хуяк, и шланг нашелся. Но я бы не доплыл без этого, без шланга, без своего, без баллона. Это все было бы на грани и практически... Прыгни. Блядь, дурак. И практически смертельно. Вот, вон там, скорее всего, получается лазарет, и от него, скорее всего, мы подобрали ключ. Это сюжетный предмет, и там что-то есть. Не знаю что, но пусть что-то будет. Возможно, там будут какие-то справки, и там будет написано, куда весь народ-то ушел. Он же не может просто так взять и остаться здесь. Если здесь какая-то болезнь, какие-то непонятные, эти, как их называют, вирусы, хуирусы. Вот это надо было, кстати, попробовать поймать. Но мы сюда еще вернемся, так как минимум в лазарет, так используйте. А, это упадет наверх, окей, мы там были. Это я тебя спрашивал, нахер мы там залезли. Туда упала последняя деталь. Ладно, это хорошо. Блять, это так страшно в такие моменты прыгать. Просто мало ли, реально, сейчас чуть-чуть ветер подует, снесет и пиздец. И ты уже не в воду падаешь, а на землю прям со всей силы. Это ж ебанется будет. Так, нам как-то вот сюда вот, потом как-то вот сюда вот. Вот так вот и вот так вот, без проблем. Это очень легкий путь. Мы его уже проходили, мы уже знаем. Так, последняя часть. Деталь для зиплайна, хорошо. Последняя часть, какие-то эти... чертеж фейерверка. Нахер мне чертеж фейерверка, я не понимаю. Но пусть лежит. Возможно, он будет кого-то отпугивать. Так, это что такое? Майор Том. Не лучший астронавт, но и не худший. Можно надеть? Нет? Что, блядь, значит майор Том? Нахуй мне нужен? Какой майор Том? Алло, зачем мне сдался? Так, ладно, и теперь, получается, мы должны вернуться туда наверх и там собрать себе этот зиплайн из всего, что у нас есть. Как правильно забраться, пока не ест, мы пойдем. Блять. Нормально. Ты, говорю, ну прям ты падаешь, прям миллиметры какие-то отделяют твою жопу, блядь, от земли. Если твоя жопа соприкоснется с землей, будет очень больно. Нам нужно в центральную башню вот в эту, по-моему, там стоит какая-то наковальня. Да-да-да, там стоит верстак, и там было написано, требуется 3 детали. Все 3 детали у меня теперь есть, а значит, я спокойно могу ими воспользоваться. Так, чуть-чуть попью, чтобы влага не уходила, не знаю зачем. Просто так спокойнее, когда все так поровну, когда все так красиво. Как-то оно лучше смотрится. Опа. Ну, в принципе, если мы все с тобой здесь обыскали и все с тобой здесь осмотрели, ну, кроме там ямок, которые там дальше есть, нужно еще с лопатой вернуться. А еще нужно посмотреть, из чего эта херня делается. Вот этот вот... металлодетектор. У меня его здесь нигде нет. Ничего нет здесь. Я прям наиболее внимательно пытаюсь сюда смотреть, и здесь ничего не нахожу. Нету. Не знаю, возможно, его нужно присобачить книжку туда, к нам. А потом из этой книжки, соответственно, его уже и выучить. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Окей. Без проблем, отлично. Мне кажется, здесь через обход и подъем из воды... Что такое? Гораздо проще подниматься, чем там бегать по вагончикам, потому что по вагончикам очень много действий приходится делать. Здесь прям раз-два, и ты уже пришел. Так, ну ладно, давайте собирать. Давайте собирать. Использовать 3 детали. Так, хорошо, блок для зиплайна, чертеж зиплайна, блок для зиплайна. И что это значит? Теперь можете изучать зиплайн. А, изучить только могу. Ну да, судя по всему, это все нужно будет нести. А, нет, подожди, вот он. А, он типа тоже используемый предмет, серьезно. Блин, натуре. Так, ну ладно, давайте попробуем.
Это типа крюки, кто их изобрел? Кто изобрел и какие? Выставка достижений, ебать, народного хозяйства. Так, поехали по диплайну. Ты куда? Спрыгнуть, хорошо. То есть мы сейчас, получается, приехали как раз-таки... А, ну тут от места к месту можно путешествовать. Туда-сюда, протянутую по две веревки. Вот это, скорее всего, лазарет. Пойдем туда сходим. Я не понимаю... А, блядь. Они, сука, какие-то пораженные все. Прокаженные, блядь, у них какая-то... Что это за подагра, нахуй, непонятная? Так, они будут, типа, на меня нападать сейчас, да? Но они не выглядят очень добродушными и какими-то очень хорошими. Они выглядят, сука, свиньями, которые хотят меня сожрать. Но они все в каких-то прыщах, я не понимаю, что это такое у них. Какие-то, блядь, зомбосвиньи, нахуй. Свинозомби. Свимби. Свомби. Да? Свиньи-зомби, ну. У, бля, какие. Да в натуре ебать бодаются, серьезно, спокойно, аккуратно. Вы что, пацаны, одумайтесь, нахуй. Ебать, одна застряла. А можно превьюшку, пацаны? Может превьюшку, пацаны? Пацаны, дайте превьюшку. Бля, дай превьюшку. Ну, привет. Ай-яй-яй, больно-то как, ебать, ты че? Хорошо, допустим. А голову дадите на превьюшку мне? Бля, голову не дали, вы че? Ну дайте голову, такая превьюшка пропадает, хорош. Блять, опять выкинул, да? Да, опять. Я не понимаю, как он это выкидывает и зачем, главное. Бля, темнеет. Темнеет, а мне это не нравится. Не должно было темнеть сейчас ни в коем случае. А подожди, а мы здесь где-то можем зиплайнами этим пользоваться? То есть вот один зиплайн на спуск. Давайте придем, в любом случае сюда придем утром, потому что, ну, сейчас в темноте некрасиво. В темноте некрасиво, непонятно и не очень хорошо. Мне не нравится здесь ходить в темноте, здесь очень плохая темнота. Так, я поехал. Раз, спрыгнул, красиво. Теперь нужно подняться повыше и скататься еще вон туда к ящику, получается. Так, от зиплайн на тот остров, а к ящику какой идет? Ну, блядь, темно стало, обосраться. Ладно, пойдем здесь пешком. Здесь у нас бегает индюк, друган наш, до сих пор. До сих пор от нас видеть. Придем к свиньям днем. Когда будет посветлее, повиднее, поразборчивее и, в принципе, поприятнее. В этот раз хотя бы лута не набрали очень много. Сейчас надо поставить весь этот, как его, весь опять клей взрывчатый сушиться. Где он у меня? Так, у как раз три. Раз, два, три. Досок у меня нет, судя по всему. А, лук у меня сейчас сломается, и это меня не... Блядь, ну ты прям ждешь, пока я сюда приду, да? Ты прям ждешь, сука, иди нахуй. Прям ждет она. Потом починю, если что. Так, открыть чертеж. А, и как все это делать теперь? То есть мы идем сюда... Изучено. Окей. Изучено? Изучено, хорошо. Изучено, хорошо. То есть их можно выкидывать, все? Они нам больше не нужны? Так, металлоискатель. Научиться. Зиплайн. Научиться. Зиплайн. Это то есть мы можем не только пользоваться самим зиплайном, мы еще можем на скалах вставлять сами палки, чтобы потом по ним кататься. То есть сами себе можем строить дороги. Окей. И фейерверк. Непонятно для чего. Улей. Что такое улей? Улей — это чтобы пчел поставить. А, у меня банка с пчелами, кстати, есть. Подожди-ка. Подожди, у меня есть банка с пчелами. И почему я не могу его изучить? Ну-ка, секунду. Банка с пчелами, вот, пожалуйста. Что не так? А, может быть, саму банку с пчелами нужно изучить? Да, смотри-ка. Саму банку с пчелами нужно изучить. Хорошо, изучил улей, научился тебя делать прекрасно. Так, мед. Можем использовать мед и стекло. А давайте сразу сделаем. Почему, собственно, нет? Мед у меня тоже был. Окей, изучить. Так, подожди, а биотопливо не надо изучать? Оно же тоже лежит новое у меня здесь. Отдай мед-то, лоблять. Нет, его не надо изучать. Хорошо. То есть мы теперь можем построить улей. Мы теперь можем делать мед. Непонятно, зачем нам дали какого-то капитана, блядь. Подожди, а его можно посадить? Или он просто выпадет в качестве коробки? Молю, блядь. Я просто хочу посмотреть, как он выглядит. Может, это будет мой друг-пассажир? Не, он просто коробка. Ладно, он просто коробка. Это обидно. Это обидно, что он просто коробка. Где он? Пусть тогда сидит здесь. Так, взрыв... Это значит, что рецепт нужно повыкидывать, потому что мы их выучили. Они мне больше не нужны. Давайте их отдадим акуле, пусть ест. Это раз, это два, это три, это четыре. Зиплайн у нас активирован. Баллон нужно убрать.
Баллон, давайте я уберу вот сюда, вот пусть тут лежит. Баллон. А, дальше, нам нужно взять с собой лопату сейчас. Лопату, это лопата, нет, это весло. Лопата, лопата, лопата. У меня, по-моему, лопата была. По-моему, была, только где она, я не помню. Так, водоросли сюда. Взрывчатый порошок, взрывчатый порошок, взрывчатый порошок. Его положу, наверное, вот сюда, вот пусть лежит. То есть нам сейчас, во-первых, нужно сделать лук, а во-вторых, лопату. Потому что и лук, и лопата у нас ломаются. Значит, лук, доска, веревка, сок, лианы, болт. Без проблем. А, болт, сок, лианы. Нужно два. Окей, нужно два. А, это из водорослей же делается, правильно? Сок, лианы, веревка. Так, веревки у меня где-то были, но хотя их не хватит 100%. Так, веревка, доска. Доска без проблем. Веревка. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Сок лианы сейчас наплавим. Сейчас наплавим, секунду. Так, положить. И доску положить. Пусть горит. Значит, доски тогда пока что не убираем. Болты тоже не убираем. Ждем, пока сплавится сок. Возможно, стоит пока что лечь спать, потому что... А что ждать-то? Так, что мы еще нашли? Лопату. Нам нужна еще лопата. Лопата, 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 лопата. Вот она. Нам нужен железный слиток, а остальное у меня все есть. Так, железный слиток. Идешь сюда, лопата есть. Лопату берем с собой без проблем. Так, слиток я убрал назад. Веревки нам нужны, болты нужны. А, бутылка, кстати, нужно попить. Попить и наполнить ее водой. Пусть опресняется. Кроме этого, где-то мой ужин был, вот он. Ну да, смотри-ка, она эта еда многоразовая. Окей, закончилось. Так, тогда нам нужно будет с собой потом взять похлебку на следующее утро, чтобы ее... потом не искать. Так, что у нас здесь? Сплавилось, хорошо. Сплавилось, значит, мы делаем себе лук. Лук, лук, лук. Есть такое дело? Отлично. Так, это лук новый. Ты, пожалуйста, его, блядь, не трогай, ты его нахуй убери. А, это я буду стрелять, это значит, болт мне нужно убрать. Болт я убрал. А, водоросли и... Давайте наплавим себе чуть-чуть еще этого, как его? Сока лианы на всякий пожарный. Пусть пока будет. Пусть будет, нам потом в любом случае он пригодится. Так, что мне еще нужно точно убрать? А, кожу. Кожу я тоже уберу. Причем куда? Кожа это что-то новое, по-моему. Пусть пока лежит здесь, в новом тоже. Кожа это новая, со свиней мы достали. А, доска. Доска убираем сюда. А, водоросли убираем. Там сейчас три мне наплавятся. Но три, в принципе, хватит пока, чтобы не мучиться и не мешались. Лук новый есть. Лопата с собой есть. Металлоискатель, кстати. Кстати говоря, металлоискатель, вот он. А, для него нужен пластик, хлам и батарейка. Давайте так и сделаем. Так, пластик, хлам и батареечка. А с чего делается батареечка? А у нас есть где-то пустая, вот это я точно помню. Где-то у нас точно есть пустые батарейки, это 100% в каком-то хламе лежит, возможно, здесь. А, да, окей, пустая батарейка прекрасно использовала и прекрасно себя показала. Значит, убираем назад хлам, убираем пластик. У меня есть металлодетектор. Его поставлю вот сюда, а бутылку поставлю на ноль. Есть сачок, пока не нужно, но мало где-то пчелы появятся. Так, и лук новый здесь, окей, тоже хорошо. Тогда будем делать так, шапку я пока что оставлю, пусть лежит, не знаю почему. Если где-то будет страшно сильно, как-то прям печально, то это дело мы обратно применим. Так, а сок лианы, это значит раз... Я запутался, что нужно делать. А, средства самообороны в качестве, в виде вот этой херни, в виде мачете у нас есть. Но свиней нужно будет убивать. А это значит, что, блядь, чем их убивать, пока нет. Давайте еще что-нибудь мачете сделаем себе. Хлам, веревка, железный слиток, болт. Давайте сделаем вот так. Потому что это сейчас в любом потратится. Так, хлам, веревка, железный слиток и болт у меня там. Окей. Так, водоросли убрал, веревка есть, железный слиток и болт. Сделали себе новые мачете, убрали все назад. Хлам. Так, раз... Ой, не сюда. Это вот сюда, а это вот сюда. Вот, теперь у нас есть запас всего, что нам нужно. То есть мачете есть, запас драться, отбиваться от свиней. Лук у нас есть, если что, в рыбу пострелять. Похлебка на пожрать есть, вода опресняется. Металлоискатель мы собрали, лопату мы с собой взяли. И все, получается, можно спокойно спать. Прямо сейчас. Прямо вот сейчас ложиться спать. Ладно, уже можно не ложиться спать. Хорошо. Уже можно не ложиться спать. А что по времени? Вот, хорошо, как раз успеем сходить. Как раз успеем сходить. Так, суп я с собой взял, а убрать нужно. Убрать нужно нам сейчас вот этот вот фонарь. Он мне все-таки не нужен, он все-таки меня напрягает. Миша, а лопата у меня была, серьезно, блять, ну хорошо. А, возьмем ее. Возьмем ее, потратим ее тогда. У меня будет три новых предмета. Я что-то прямо и забыл. О, мед, грязь. Короче, у меня очень много всего. Так, вот это нужно выкинуть нахуй. Объедки этим не нужны, пусть им акула питается. Пусть акула этим объедками питается. Вот так, все, валим. Валим туда дальше. Пойдемте, пока акула не стала жрать нашу эту.
нашу боевую, блядь, байдарку, нашу лодку, нахуй. Наш охерительный плод. Нам сейчас нужно подняться наверх. Как это сделать, не ясно. Опять-таки только здесь. Здесь как бы путь неудобный, получается, вот этот вот подъем. Но он в то же время самый какой-то, блядь, простой, что ли. То есть он не очень удобный, но очень простой. Плыть туда, плывать этот остров, что-то там соображать, это гораздо дольше. Здесь просто, ну, попрыгал чуть-чуть, прям маленько похуярил и все. Так, мы все собрали. Все, что надо делать, мы собрали. Мы собрали себе металлоискатель, мы собрали себе зиплайн. Мы собрали вообще все, что можно было собрать. Мы собрали даже всех пчел. Осталось только собрать живность, построить грядку. И я так понимаю, где-то в районе этого лазарета, вот этой вот аптечки, мы сейчас обнаружим новые координаты для нового острова. Я же не думаю, что в целой части добавили всего лишь один остров, да? Я это с собой заберу, не ссы. Заберу его с собой, мне понравился. А что он здесь один будет скучать? Ну, ему же, блядь, он подохнет здесь со скуки, нахуй. Поэтому мы его... Ага. Поэтому мы его заберем себе... И будем с ним в дружбе, так сказать, сосуществовать. Да, именно так мы и будем с ним делать. Именно это мы с ним и будем вытворять. Где, блядь, зиплайн? Нужно забрать тот ящик, который мы увидели еще очень и очень давно. Не понял? Ага. Опа. Главное, на ход так не вылететь куда-нибудь за карту с такого размера. Так, рецепт бульон с головы, я имею в виду с такого разгончика. Ну, типа, все. Блять, рано! Ой, сука. Я что-то не понимаю, он не разбивается у меня или чего? Вроде столько раз я уже падал с какой-то невоймерной высоты, а никакого ущерба я не получал. Ну, ущерб по-любому есть, мы же знаем, что в этой игре есть здоровье. Нам же свиньи вон его отхуярили. Бля, мне бы свинюшку на превьюшку. Ой, как бы было хорошо. Она такая страшная, такая зомбосвина прям. Блять, надо, знаешь, надо сейчас постараться. Я, конечно, понимаю, что заниматься бессмысленными... Ты куда, блядь? Заниматься бессмысленными вещами, а именно поиском превьюшек, возможно, кого-то напрягает. Но! Если бы не эти дела, у тебя бы не было превьюшек. Были бы непонятные стоп-кадры из видео. И все, ясно, понятно? Поэтому превьюшки — это очень и очень важно. Когда ты видишь, как я достаю превьюшку в игре, ты всяко чувствуешься каким-то, знаешь, вовлеченным в процесс. Потому что ты же тоже выбираешь. Ты же тоже как-то мне советуешь, что-то там подсказываешь. Что-то подбубниваешь там, типа, а вот так было бы лучше. А вот с этой стороны, может быть, посмотрим. Может, вот так вот. Может быть! Может... А, блядь. Она, получается, еблом прям в столб втыкается. И потом откатывается назад. Так, товарищи свиньи. Ай, бля, надо было покопать. Ну, ладно. Вернемся покопать, когда пойдем ловить животных с сеткой. Вот. Вот это нужно не забыть. Значит, товарищи свиньи. Товарищи свиньи! Простите, пожалуйста, мне нужно вас немножечко ебануть. Немножечко ножичком. Так, дай злое лицо. Стой! У, сука. Давай. Ну, блять, хорошо, нормально. Так, нахуй. О, хорошо, сейчас кадр был. Ебать, кадр хороший. Так, вот. Ай-яй. Да, нормально. Ха-ха, нормальный кадр такие, нормально. Ой, ебать, остановись! Ну, сука, остановись, говорю. Хорошо. Так, три удара минус свинья, прекрасно. Но кожа, с нее дается кожа. Я не сдавайте, пока я их не буду убивать, мало ли для чего-то пригодятся. То сейчас всех свиней, блядь, перережу, а потом останусь без всего. Может быть, из них нужно взять образец заражения какого-нибудь или что-то типа того, не знаю, посмотрим. Так, кожа. Кожу убрал, это тоже убрал. Вот теперь внимательно. Теперь внимательно нужно увидеть все... записочки, все важные местечки, все какие-то ключевые предметы. Все это нам нужно, соответственно, целебная мазь. Это неплохо. Но мне пока не надо, мне вроде не особо меня свиньи-то побили. Выживу, мне кажется, пока что выживу. Так, еще одна целебная мазь, прекрасно. Здесь прям реально, блядь, врачи какие-то жили, делали целебные мази и прочее. Так, столы пустые. А от чего я ключ-то подбирал? Мы подобрали с тобой ключ от лазарета, а что-то открывать-то и нечего особо. Так можно было и разбиться. Так, это что за место? Окей. Тут есть спокойный подъем наверх, а я пошел немножко не так. Скорее всего, вот здесь ключ, да? Да, окей. Ключ от лазарета. Ну, прекрасно. Еще одна целебная мазь. Да что ж ты ее подбираешь? А, это какая-то... А в чем разница? Целебная мазь, целебная мазь. Че, блядь, две разных, что ли? Две разных целебных мази почему-то. Так, ящик. Шарниры, хламе, биотоприв, ничего нового. Ключ от сундука мэра? А, натуре, у нас же еще есть островок с мэром. Окей. Так, записка. Поехали посмотрим.
Я уже 3 дня безвылазно сижу в своей лачуге. Чувствую себя отвратительно. Не думаю, что я способен работать с пациентами в таком состоянии, и люди это понимают. Я попросил их оставить меня здесь. Должно быть, это сальмонелла. Эти свиньи здесь водятся, скорее всего, с прошлого столетия. О санитарии и речи ж не шло, а мы не стали осторожничать. Несколько месяцев только их мясо-то и ели. Мне нравилось его есть, а потом я заметил, что заболели мясники. Мне удалось привезти достаточно антибиотиков для первых заболевших, но надолго их не хватило. Мост, который ведет на другие острова, скоро оборвут. Остальные готовятся уплывать. Да и какая разница? Караван не город, а груда камней и металлолома. Построят новый. Доктор Хенрик Шоль. Окей, Хенрик Шоль. Ты ушел, Шоль? Ты куда ушел-то? Хенрик, ты куда, блядь? То есть это какие-то крупицы, прям крупицы сюжета. Очень-очень маленькие крупицы. Так, да, получается, со свиньями ничего важного нет. Свиней-то можем и почикать. Собрать с них кожу пригодится. Ну, ловить, блядь, больных сальмонеллой свиней, уж извините, я нахуй не собираюсь. Они больны. В этом, собственно, и проблема. Поэтому давайте их чикнем. Чикнем и пойдем дальше. На прививку я, в принципе, свиней себе набрал. Вроде как. Прививки? Пойдем. Ну, сука. Давай. Бля, сразу 2 штуки. А, есть какой-то баг. Хорошо. Есть какой-то баг. Здесь неплохо. Сам застрял к нему. Ебать, свинья еж только что была. Свинёж. Надо. Ну, 2 на 1 это нечестно, поэтому я пользуюсь преимуществами ландшафта. Поняли? Поняли, ёбаный свинья? Поняли? Сука. А, бля. Эй, ладно, в пизду. Да идите нахуй. Вот и все. А, не падай, спокойно, не падай. Давайте используем целебную мазь, попробуем. Мне кажется, вот это вот как-то получше выглядит. Ну, нормально. Давайте еще одну применю. А чего нет? Вот и все, чуть-чуть вылечились. Посмотрели на диких свиней. Так, это соты. Соты нам пригодятся, скорее всего, они нужны для производства улей, это 100%. Улей нам нужно сделать будет 100%, прям вот 100%. Улей за... Тут и, блядь, музыка заиграла. Я ничего с других сторон не пропустил особо. Здесь, короче, можно было лутать этот остров, лутать, короче, собирать металлы, собирать хералы, но я не вижу в этом смысла сейчас никакого. Скорее всего, сейчас... Что за звук был? Скорее всего, в кабинете мэра нам сейчас покажут, где... Куда, на какие координаты плыть. Давайте тогда сделаем вот как. Давайте тогда сейчас вернемся на плот. Потом, чтобы не быть бессмысленно затянутыми в побег к, сука, в побег к мэру, мы возьмем с собой ситкомет, возьмем с собой патроны к нему, поймаем нашего друга индюка, поймаем себе вот тут ламу, пони, хуй пойми кто она. Поймаем это все себе и, соответственно, построим чуть побольше плот. Нам нужно будет его расширять, чтобы встроить в него грядку. Ну, потому что как это все сюда поместится, не ясно. Так, лук, хирург, лопата. Все это здесь. Это мы все давайте быстренько шарниры есть. Остальные не влезли. Бляха, ну серьезно, что ли? Сейчас не до тебя совершенно. Так, какой-то рецепт. Типа, если взял, давайте его при этом прилепим. Почему, собственно, и не лежать здесь? А что такое-то? Ладно, пусть тут лежит. Так, хорошо, биотопливо. Биотопливо я убираю, соты убираю. Из нового, что мы приобрели, железные слитки. Они сюда не влезут? Влезут, хорошо. Хлам, еда. Так, хлам сюда пойдет. Кожа. Куда мы делали кожу? Сюда? Да, кожа это новая. Кожа сюда. Это сюда. Целебная мазь, пусть будет здесь тоже, типа, из нового. Из нового мы такого не видели. Дальше. Давайте сделаем вот как. Удочка, ножницы. Я переложу тоже сюда. У нас здесь будет еще одна ножница как раз. И удочка. Чтобы у меня просто влезли этих. Шарниры сюда влезли. Это нужно будет как-то все упорядочить, потому что, блядь, такой срачельник. Так ничего не понятно здесь. Че где, че куда, че зачем. Че почему, че для чего, блядь. Болты, какие-то гвозди, херозди, инструменты, блядь, взрывчатые порошки, крюки. Ой, чего только, короче, нет. Чего здесь только нет. Здесь очень много всего ненужного и бесполезного. Так, хорошо. Это я оставлю, это мы потратим скоро, 100%. Здесь у меня пока все в норме. Давайте съедим еду. Нет, давайте еду съедим утром. Давайте съедим ее утром, чтобы она восстановила и дала еще запас. А сейчас нам нужно будет заканчивать она на этом. Так, воду я выливаю.
Сюда ее, соответственно, заливаю опресняться. Давайте съедим суп сейчас, ладно, ясно. Нет, давайте все-таки ляжем спать. Мне интересно... А, невозможно уснуть днем, хорошо. Невозможно уснуть днем, но просто прикол в том, что... А давайте тогда посмотрим вот что. Мы просто в следующей серии посмотрим на то, как строить из грязи загоны, как строить ульи, и попробуем все это дело разобраться до ночи, а потом уже с утра пойдем к мэру, потому что сейчас идти в ночь к мэру не особо-то и охота. Ссылка на полис в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления, и все следующие серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.